Здравствуй, дорогой солдат! Меня зовут Нурислам. Я учусь во втором классе. Школа номер один. Село Зубанчи. Притом молчат, получается. Реально, такие проблемы надо озвучивать, надо огласку дать в любом случае. Да, ты, дети обучаются вот в таком классе, вот с таким полом, покажи, где дырки. Занято, тянетесь? Стесняться не надо. Не чмадина. Мы сегодня собрались сюда не для того, чтобы обвинять директора, не для того, чтобы обвинять администратора. Мы пришли требовать школу. Мы не хотим отправлять сюда своих детей, чтобы потом искать ихние кости под завалами. После нашего предыдущего обращения главе Республики Дагестан глава Хасиртовского района обещал, что приедет сегодня к нам в село и разъяснит, почему затянуло строительство школы, поменяли проект, и ответит на другие интересующиеся жители села вопросы. По сей день глава Хасиртовского района не посетил наше селение. Ограничившись требованием к депутатам и жителям села явиться в администрацию района. Видимо, посчитал, что наше село и люди недостойны такой чести. Мы сколько лет ждали...